Друзья, настала зима, и у нас возникли проблемы с закупкой кормов для наших бройлеров. Ситуация выглядит каким образом? У продавцов, у которых я раньше, значит, покупал, есть там, в принципе, часть корма. Ну, пятерки вообще нигде нет, там шестерка есть, да. Но она той партии, которую я покупал 2 месяца назад. То есть срок годности либо на подходе, либо есть там часть, уже как бы даже и просроченная. Вот, у большинства вообще нет корма для бройлеров, как бы. На вопрос, почему, естественно, логично, продавцы отвечают, что сезон закончился, поэтому брать корм для того, чтобы он испортился у нас на складах, нет никакого смысла, и его не будет. Вот, значит, что... Можно, конечно, взять с завода, там, с Истры, с Раменского, да, корм для бройлера, нет проблем, наверное, я не узнавал. Но нам нужен был определенный корм и довольно-таки большой объем. Вот, в общем, заказал через продавца, у которого я покупал вот в этом сезоне, значит, корма, да, они привезли с завода, вот. Там я заказывал ПК-6-1. 20 мешков ПК-6-2, 15 мешков и 15 мешков ПК-5-1 Маркорм. Как бы вчера съездил, забрал. Там есть нюансы, о которых я расскажу далее. Вот. А так, в принципе, вот так, чтобы поехать и купить сейчас комбикорм для бройлера, вот в нашем регионе возникает такого вот плана проблемы. Вот, имейте это в виду, когда вы там будете рассчитывать на какие-то свои, скажем так, беспроблемные покупки корма. Нет, зимой есть с этим сложность. Так что пойдемте смотреть. Так, ну что бросилось в глаза у меня? Какие изменения произошли, значит, на маркорме, на их мешках, этикетках? Значит, первое, что это... Ну, это изменение на самом деле произошло еще летом. Раньше на этикетках... Типография печаталась дата изготовления, а где-то с лета они начали синей наборной печатью ставить вот такие штампы. Дата изготовления 11 ноября, просто наборная печать. Ну, то есть, соответственно, в принципе, дату можно любую поставить. Не знаю, что побудило их изменить вот такую печатную на вот такую наборную. Штамповку дат изготовления. Так, далее, что мы можем видеть? Срок хранения на этикетках указан 3 месяца со дня выработки на всех комбикормах. А теперь дата, ой, не дата, а срок хранения указан 4 месяца со дня выработки. То есть на месяц увеличился срок хранения комбикорма. За счет чего? Вопрос. Вот, но ладно, как бы это, значит, такие изменения, возможно, там что-то они добавили, каких-то антиоксидантов в корма, допускаем. Значит, еще самое неприятное, что меня, значит, ждало при заборе этого корма, мешки 5.1, 6.2, ага, нет, секунду. Что-то там я думал, что 5.1 без проблем. А нет, ребята. Смотрите, я думал, что у меня перепрошитые мешки есть только 6.1. Ладно, давайте по порядку, короче. Смотрите, вот лежит мешок. Что у нас написано? Финиш 1. 11 ноября 2019 года. 4 месяца со дня выработки, срок хранения. Что мы видим на мешке? Надеюсь, вам видно. На улице пасмурно, но я надеюсь, что вы увидите. Видите дырки от старой прошивки. И сверху новая пристроченная этикетка. К этикетке нет претензий, как в прошлый раз у меня, помните, был корм, ссылочку дам в углу экрана, где были перепрошитые мешки, но там была явно другая левая этикетка. Я думаю, что там
грешил сам продавец. А здесь этикетка заводская. А вот мешок тоже перепрошит. Перепрошит мешок. С ПК-6 я это заметил сразу. В процессе погрузки. Я не знаю, все мешки или нет. Сейчас буду разгружать, посмотрю. Но похоже, что все мешки. Вот тоже мешок. Вот видно, да, вам? Вот старая строчка, дырки от этой, от прострочки. И сверху другая, новая, свежая прострочка. И вот этикетка. Но я сейчас вот вижу, что и на ПК-5, о, даже не той стороной этикетку-то пришлепали. И на ПК-5.1, посмотрите, тоже на мешках есть старые дырки. Вот здесь вот. Я не вижу. Вот. Старые дырки и чуть выше новая строчка с неправильно прошитой этикеткой. А, нет, здесь смотрите. А, все. Здесь, наверное, другая ситуация. Как на заводе нам говорили, была оторвана этикетка, что ли, не пойму. То есть этикетка старая. Уже у нее есть следы от просрочки. Вот, видите? Ее заново как будто бы сюда пришпандурили. Может быть, она просто отлетела. Есть такое предположение. Потому что я вчера вроде бы как не видел перепрошитых мешков на пятерке. Да, на пятерке как бы все вот здесь вот все четко. Один мешок только я вижу, вот этот. Да, давайте, значит, предположим, что такое возможно. Просто оторвалась этикетка, ее заново пристрочили. Вот. А вот с ПК-6.1 здесь ситуация интересная. Все мешки, сейчас я разгружу и вам точно скажу, все или какие-то есть с одиночной строчкой. Все мешки перепрошиты. Я, значит, поинтересовался у продавца, значит, об этой ситуации. Продавец позвонил при мне на завод, и там женщина пообещала разобраться в ближайшее время. Вот, я уехал, попросив перезвонить мне и рассказать там, в чем может быть причина такой ситуации. Вот. Мне перезвонили, все объяснили. Разговор я вставлю. Алло, да, Александр. Ага. А, вот смотрите, она мне сейчас перезвонила. В общем, дело в том, что они эту партию как бы готовили для фермерского какого-то хозяйства, ну, которое там рядом с ними. Ага. Вот, а так как я сделала заявку и не набиралось нужное количество, они взяли из этой партии, а этому фермеру они возят до всяких, ну, и вшивают, короче говоря. Это ему как бы не надо, он там свою птицу какую-то растет. Вот, а так как мы торгующие организации, нам обязательно нужна этикеточка, вот, то есть они вот просто взяли там как бы оттуда, из той партии, я говорю, ну он точно тот же 6.1, как вот мы брали дуэт, ну, она говорит, да, все то же самое, единственное, только ему мы возим без этикетки, а вот, ну, вам она обязательно нужна, поэтому вот они взяли просто мешки перепрошили, вот эти, сам, пришили и все, да, так говорит, все как бы один в один, говорит, даже не без всяких сомнений, без это самое, все делаем по одному рецепту. Ну, я понял, ну, ладно, попробуем что, поверить. В принципе, я уж не думаю, что они тут будут что-то придумывать. Вот. Так что так. Хорошо, дела. Спасибо. Все. До свидания. Всего доброго. Так что такая вот ситуация с кормом. Опять непонятно, что это, как это. Объяснение вы слышали, да? То есть якобы этот корм готовился для какого-то своего фермера, который не требуется, которому не нужна этикетка на мешках. Но тогда вопрос, а зачем тогда вы вообще снимали вот эту вот строчку первую, а не сверху второй пришпандорили этикетку, да, грубо говоря. Ну, какая-то, ну, не знаю, детский сад, мне кажется, какой-то. Вот, так что сейчас разгружаю. Если будет еще что-то интересное обнаружено, я расскажу. Но пока вот изменения какие. Ну, дата штампуется наборной синей печатью. Срок годности увеличен на месяц. Вопрос, за счет чего. И опять эти мешки перепрошиты. Но напомню вам, что мы звонили на завод, и нам подтвердили вероятность, ну, возможность такой ситуации, что бывает, слетает этикетка, отрывается, и они повторно делают еще одну прострочку. Это такая ситуация, я так понимаю, произошла вот на том мешке. Но это не точно.
Вот. А такая ситуация произойти на 20 мешках ПК-6.1 вряд ли могла, да? То есть здесь что-то было сделано, ну, какая-то манипуляция, не знаю какая. Да, ребята, я, конечно, немного в подвешенном состоянии таком пребываю. Не знаю, видно вам, нет. Мешки настолько грязные. Первый раз я такие мешки вижу. Ну, как бы я грузили, я их там перекидывал в кузове, тоже обращал внимание. Но вроде бы как не перепрошитые. И ладно, ну мало ли, везли там их с какой-нибудь ртутью, да, что такого-то в одной машине. Может быть, такое чуть испачкали. Вот, ну сейчас смотрю, конечно, аномально грязные, какой-то серебрянки как будто бы. Вот, я такие первый раз покупаю грязные мешки. Кстати говоря, я их взвесил на весах, вот на этих, приблизительно 25 килограмм. Там небольшой разброс, бывает в плюс, бывает в минус. Но по 25 килограмм. Все, мешки мы занесли, разгрузили. Мягко говоря, я нахожусь в легком недоумении. Но это очень мягко говоря. Причина в чем? Я не ожидал, конечно, такого качества от Маркорма. Видимо, бройлерный сезон закончился, да, и основной потребитель ушел в спячку, и им наплевать стало на свое качество. Там для полторы коллеги, которые там бройлеры зимой держат, можно, видимо, шлепать уже все, что не попадя. В чем претензия? Я разгружал мешки и тактильно ощутил, что тут гранул как таковых нету. Вы помните Маркорм пятерку, да, он имеет такую тоненькую, довольно-таки плотную гранулу. Его плюс был огромный в том, что нету пыли. А здесь я разгружаю, а у меня в руках пыль. Вот я один мешок открыл тот, что не перепрошит, а с одинарной строчкой заводской, да, как бы, ну вот, все без проблем. И смотрите, что я вижу. Первый вопрос у меня какой возник, я посмотрел на мешок. Я что купил? Может быть, я Шуйский купил, а не Маркорм? Вы посмотрите, это просто пыль какая-то, мелкая крупка, и половина из нее это пыль. Видно? Свету вот так, да, видно. Ну, это вообще просто, просто я в шоке пребываю. 15 мешков вот такого говна, извиняюсь за выражение. Я сомневаюсь, что птица это будет есть. И здесь прям откровенно кукуруза просматривается. Сейчас я фонарик принесу. А видно. Вот мешок покажи прям целиком. Посмотрите. Это даже это не крупка, это просто размол какой-то мелкий. В общем, я не знаю, как птица будет это есть. Я в шоке. Ладно, значит, дальше. По поводу перепрошитых мешков. Перепрошит мешок, перепрошитые мешки ПК-6.1 все. Все до единого. ПК-5.1, два мешка перепрошитых. Ну, не знаю причину, даже не хочу уже думать об этом, заморачиваться. Здесь посерьезнее вопросы, видите, какие возникают. Так, давайте откроем ПК-6.2, ПК-6.1. Вот ПК-6.1 есть открытый. Его рассорили там на базе. И давайте мы его развяжем просто-напросто и посмотрим. Я еще не открывал. Так, этикетка. Да, вот 11 ноября. Финиш 1. А, ну вот это похоже на Маркорм. Гранула, ну. Ну, гранула, да. Вот, ПК-1. Вот гранула, причем какая она светлая, светлее, чем обычно. А у меня есть, сейчас я шестерку, старую партию принесу, секунду. Так, вот шестерка предыдущей партии. Посмотрите, я же говорю, отличие какое. Блин, давай на свет выйдем. Свету, иди, просто разверни. Над ковшом держи руку. Смотрите, насколько светлее. Да, очень сильно. Сильно светлее. Видно, нет, да, на камеру? Да. Видно? Ну, мне видно, по крайней мере. И посмотри опять, сколько кукурузы. И прям гранула явно светлее. Ну, прям явно. Угу.
Вот так вот. Шестерка тоже получается. Что-то здесь мне не нравится она. По запаху. По запаху понюхай. А эту белую дай понюхать. Ну вот понюхай сама. Прогорклая. Сашка, она прогорклой пахнет. Как прогорклым маслом. Понюхай сам. Меня больше смущает то, что она даже цвета другого. Но она цвета другого может быть, но если вы так оправдываете. Может быть, какие-то компоненты другие, может быть, какой-то... Ну, мясокостки, значит, меньше, если я правильно понимаю. Ну, может, там, я не знаю... Так, ладно, ПК-6.1 вот такой ему теперь. Блин, ребят, я не верю в наше такое везение, поэтому давайте еще один мешок откроем. Неужели так нам повезло с кормом? Сейчас еще один вскроем. 6.1. Так, не с той стороны, подожди. Все, нервы пошли, короче. Это самое. Я вижу тогда здесь одно объяснение перепрошивки мешков, что они просрочены просто. Была этикетка со старой датой, они же не могут ее оторвать и новую пришпандорить. Понимаешь, то есть там сильно старая дата была. Возможно, даже еще когда она печаталась прямо на самой этикетке. Я другого объяснения не вижу. Но все то же самое, такой же. Светлый? Светлый, да. Но он значительно светлее того ПК-6, который, 6.1, который у меня вот сейчас еще остался. И запах, как Лена говорит, есть какой-то прогорклый. Да не какой-то прогорклый запах. Пахнет, да, Лен? Ну, я прям чувствую. Это вот знаете, как хозяюшки, масло когда прогоркливает или каша. Вот каша, допустим, да, долгий старая, срок годности, да? Старая, да, открываешь. Мы недавно столкнулись с такой кашей. И вот она, вот эта горчинка есть. Все, короче, я думаю, что это просрочка. Вот, ребят, с завода нам прислали. Я не думаю, что это продавец. Продавцу у меня нет претензий. Вряд ли. Там вроде, ну, хотя бы производит впечатление порядочных людей. Не думаю, что продавцы. Думаю, что с завода это дело все прислали. Причем дело в том, почему еще такая у меня версия, что прислали ровно 20 мешков. То есть мне, она под меня. Они вообще не заказывают 6.1, они заказывают 6.2 только. Вот, и 6.1 прислали с завода под мой заказ. Потому как рваный мешок по просьбе попросил я поменять, они не смогли, потому что их ровно 20 было. Вот, так что, походу, Маркорм вот так вот нас это самое нахлобучил. И 20 мешков просрочки мы имеем. Ну, что делать? Я позвоню продавцу, просто как бы по-хорошему предупрежу ее, что вот такая ситуация возможна. Алло. Алло, Татьяна, здравствуйте. Александр вчера вас комбикорм забирал. Да. Татьяна, это самое. Хочу вам просто информацию такую вот сказать. Смотрите, какая ситуация. ПК-6.1 открыл мешки. Вот. Там прогорклый корм такого, знаете, светлого цвета, там, как будто без мясокостки вообще. В общем, короче, ужасного качества. Это вам как информация, если будете кому-то заказывать, то есть там вообще пипец. Явно просрок нам, короче, впарили. Этикетку переклеили просто и все. Вот. Вы имеете в виду, что значит прогорклый? Ну как, прогорклый, ну, не знаете запах прогорклости такой вот, когда масло старое. Запах, что ли, какой-то? Да, запах, да. Запах и цвет он другой имеет. Он более светлый, если сравнивать с ПК-6.1 предыдущей партии. Вот, ну, явно, короче, они там нахимичили что-то. Вот, и это пятерка сейчас. Вы видели в рецептуре? У них стоит крупка. Они не гранулу теперь делают, а крупку. Не видела даже. Вот ради интереса. То есть не тоненькая длинненькая? Нет, не тоненькая длинненькая, а даже не крупкая, а не пойми какая пыль, короче говоря, в мешке просто-напросто. То есть вот если вы Пурину помните, старт, какая-то мелкая крупка, она Пурину, от нуля. Пурину мы вообще не возили, я даже не знаю, как она выглядит. Ну, короче, там крупка, реально. А вот этот мешок, вот можете посмотреть, там открыть у вас, если у вас пятерка осталась. У меня нет его, нет, мы брали только для вас. А, для меня только брали? А, не вожу его. Ну, короче, это самое, там просто в мешке, грубо говоря, пыль с небольшим количеством этой крупки.
Ужасное просто качество. Так что имейте в виду, я не знаю. Да. Не знаю, что они там химичат уже. Понятно. Ладно, узнаем, что там. Ладно, все, да. До свидания. Ага, ладно, хорошо, спасибо. До свидания. До свидания. Так, вот смотрите, ПК-6.1 куплен. Дата изготовления, куплен не помню, когда, дата изготовления 13 августа 2019 года. Вот он в желтом ковшике. И то, что мы приобрели последним. Покажи общий план, разницу видно. Один темнее, более коричневый, другой светлее. По запаху этот пахнет приятным комбикормом, таким приятным запахом. Ну, это прогорклый, да, такой прогорклый запах имеет. Вот, пожалуйста, мы принесли снова же под освещение ПК-6.1. Это бывший, который у нас есть, вот остались запасы старые. И вот новый. Здесь цветопередача, по-моему, передает, да, что цвет, в общем, отличается. Цвет не главный, запах самый главный. Цвет, я думаю, что это показатель состава, так или иначе. Запах, но, к сожалению, у нас нет пока камеры, которая передаст вам запах. Думаю, что вы тоже бы с нами согласились. Основной вопрос, вот касаемо вот этого корма ПК-6.1. Почему перепрошитые мешки? И у нас сейчас появилась такая идея, предположение, что, может быть, это вообще корм предназначен для другого вида птицы или даже для другого вида животного. И наляпали эти этикетки, допродали. Ну, грубо говоря, то, что надо хвост какой-то допродать. Почему бы не допродать, раз появился вот такой вот покупатель. Перепрошили, продали, все. Но это снова же только наши личные домыслы. Попробуем спросить у Маркорма. И вот этикеточки вам поближе, если хотите по составу посмотреть. В общем, мы не видим пока никаких отличий. Вот так. Так, посмотрим 6.2. Финиш 2, на, покажи. Ну вот, смотри, сразу. Ты видишь, по цвету отличается. Угу. Вот она ближе к 6.1. И по запаху другая совсем, понюхай. Да. Гранула другая. Что это за 6.1 у нас тут? Короче, ребят, я вообще балдею. За свои деньги мы не можем купить нормальный корм. Блин, не можем мы купить в нашем регионе нормальный корм. Что мне делать, вот скажите? Мне что, везти-то все обратно, сдавать? Мне кормить птицу нечем просто-напросто будет. Нету нигде корма для бройлера. Я уже в начале ролика сказал об этом. Вот. Ну, 6.1 у нас 20 мешков. Будем кормить. Схема наша проверена. Этот ролик будет являться в будущем, если понадобится, доказательством того, что у нас произошел падеж от некачественного корма Маркорм. Вот, ребят, вот так мы сделаем. Если будут проблемы у нас, значит, сдадим корм на анализ. Анализ стоит очень дорого. Мы об этом скажем отдельно, сколько анализ стоит. Вот. Но не вижу я другого варианта. Вот. Что тут еще можно сделать? Ну, зло берет, на самом деле. Ну, зло берет, да. Это просто беспредел какой-то, ну, честное слово. Сколько ты взял всего в общем объеме? Корм? Я взял 50 мешков на 37 тысяч. Я взял. Как бы, вроде бы... Ну, не знаю. Вот с шестеркой со второй вопросов я не имею. А вот с шестеркой первой, особенно с пятеркой первой, у меня вообще здесь вопросов масса. Ну, посмотрите, это чуть такое. Это просто размол какой-то. Я бы сказала, что это крупка какая-то, или даже без крупки, вообще просто намелено что-то, намолото что-то, да? Слушай, а там, может быть, вдруг на этикетке какой-то новый формат выпуска этого корма? Ну, вот этикетка. А, крупка написано, посмотри, крупка. Сейчас я старую найду, подождите. Вот, видал?
Ну вот так, ребят, получается, кричал-то я зря на них. Они изменили просто рецептуру и вместо гранул стали делать крупку. Но я-то рассчитывал на гранул, и меня как бы устраивал их гранул, потому как я давал сначала самым маленьким пурину с мелкой крупкой, да, а потом переходил на эту гранулу. И мне было как бы нормально, устраивало, как они ее ели. А вот такую крупку я считаю уж больно мелкой. Это где-то, наверное, в 3 раза меньше, чем крупка пурины старт. Покажи, у тебя есть? Да, вот пурина, да, сейчас. Давай сравним. Возьми белую эту. Вот, смотрите. Вот это вот крупка пурины старт. Возьми, да? Зачерпни. И вот это вот крупка Маркорма. Почувствуйте разницу. Почувствуйте разницу. И все это старт с нуля. Что первый вариант, что второй. Да мне кажется, я это все из кормушек буду высыпать просто-напросто. И... Дело в том, что такую пыль обычно мы как раз и высыпаем. В мешанке не сушка мы, да, все. Да, из кормушек. Так что, блин, вот такая штука. Неожиданный сюрприз. Принесли домой специально, чтобы вам показать разницу получше, поближе. Вот. Это называется крупка от, значит, скольки дней, Саш? От 0 до 14 дней. Вот представляете, птичку 14 дней, да? Вот она ест вот такую крупку. Для сравнения, чтобы понять, вот крупка. Это мы считали самой мелкой, которую я кормил от 0. Это крупка, вот, пурина, после которой я переходил на маркорм гранулы ПК-5.1. И вот, оказывается, это тоже крупка. Я почему-то думала бы, что это просто размол, наверное, да, какой-то. Причем мелкий. Пыль. Да, вот представляете, как вот этим кормить? Я вот честно говоря, затрудняюсь ответить. И у нас вот такой вот крупки прекрасный 15 как раз мешков, да? Да. Прекрасно. Для сравнения принесли старую этикеточку, которая была гранулы, и крупку. Вот, чтобы поподробнее вам посмотреть. Здесь на этикетке написано, что предназначен корм от 0 до 14 дней. Но у нас ПК-5.2 вообще не возит никто. И поэтому ПК-5.1 кормили до 25, там кто-то до 30 дней. Соответственно, представляете, да, в 25 дней бройлер, я думаю, что вот это вот не будет есть. Не, ну, конечно, и с голода он не сдохнет, если она будет. Придется, но я думаю, что он набирать будет гораздо медленнее. У меня другая мысль. Вот помнишь, закупорка зобов, вот эта вот вся фигня? Вот она как раз от пыли. Потому что поилки у них ниппельные, клюв им мыть негде, нос у них забивается этой дрянью всей. Конечно, это вообще не айс однозначно. Но то есть к чему это в общем приведет, вы узнаете. Мы будем вас, безусловно, держать в курсе дел. Смотрите, сколько у нас малышей. И как их кормить теперь, и чем. Непонятно. Большой вывод у нас в этот раз. И вот для этих кнопочек и были приобретены эти мешки с комбикормом. Не только для них вообще-то должно хватить было, по идее, наверное, на 1,5, на 2 партии, может быть. Ну, видите, как все обходится, оборачивается без нашего на то ведома и нашего на то желания. Этим малышам, по идее, больше-то кушать и нечего. Да, мой сладкий? Ну, или вот эта птица тоже был приобретен часть этого комбикорма. Здесь уже сумрак. Отдыхают мои зайки, кусайки. Вот так, ребята. Не достать нигде. А если и достала, достаешь то, что можно. То, чем можно запороть весь свой птичий бизнес. Вот так. Ребят, получается, что никто у нас в нашей стране, в России матушке, не хочет честно работать и не умеет, по всей видимости. Но я не вижу другого объяснения, как вот так вот можно, как бы, да, вроде бы нормальная контора нас устраивала, все, качество корма, птицу кормили, все нормально, все росло,
И тут, нате вам, блин, присылают 15 мешков пыли какой-то, изменив рецепт, никому его даже не сказав, не оповестив, там, не предупредив. Хорошо, может быть, это там мой косяк, они не обязаны, там, крупку написали, да, вместо гранулы, хотя до этого всегда делали гранулу. Но это не крупка, это пыль какая-то, это 15 мешков пыли. Крупка у Пурины, там, вот крупка, да, предстарт-старт, у кого-то еще крупка, а это, ну, максимум 50% крупки, остальное это пыль просто в мешке и все. Или как вам 20 мешков перепрошитых, да, ну, там галимый прогорклый просрок. Это даже не надо экспертизы никакой делать. Зачем им перепрошивать мешки на заводе, вы мне объясните. Что это за сказки? Бирку они там кому-то поставляют без бирки, а вам не могут, значит, вам с биркой решили перепрошить. Это какой-то детский лепец, честное слово. Ну, просто там по запаху понятно, что это просрок. Вот нам 20 мешков подарили, можно сказать, за наши деньги. Я просто в шоке. Я вообще, блин, офигеваю от такой ситуации. Собрали последние бабки, какие были у нас на корм. Вот 200 бройлеров чем-то кормить надо, да? Зарядили на корм, и все. И что сейчас? Непонятен результат какой будет. Так что такая ситуация. Прошу прощения за эмоциональность излишнюю. Всем пока.